Итак, начну с того, что пострадавшие в аварии с автобусом в Краснодарском крае вернулись в Ярославль. На Красной площади сегодня их встречали родственники, медики, сотрудники МЧС. Пассажиров, получивших наиболее серьезные травмы, сразу же увозили кареты скорой помощи. Многие жертвы ДТП до сих пор не могут отойти от произошедшего и с содроганием вспоминают момент аварии. Проснулись от сильного удара. Было темно, двери заклинило. Ой, люки тоже. В общем, ребята, кто помоложе, выбили дверь и потихонечку, в общем, стали выводить людей. Я напомню, 17 сентября в результате ДТП в Краснодарском крае 22 человека получили травмы средней и легкой степени тяжести. В автобусе находилось 40 человек, все они благополучно доставлены домой.